За судьбой курского ветерана Любови Казинец следила вся страна. О счастливом финале истории рассказали корреспонденты программы «Доброе утро» на Первом канале. В марте прошлого года рухнула стена ее дома, построенного еще до революции. Кирпичи повредили две припаркованные рядом машины. Автовладельцы подали в суд. В результате Любовь Казинец должна была выплатить 500 000 рублей пострадавшим. Благодаря помощи мецената и неравнодушных курян выплачивать внушительную сумму ветерану не нужно. К тому же сейчас дом ремонтируют изнутри. Штукатуренные стены, потолки, все дошпаклевано, новые обои, мебель заказали. А еще заменили трубы и электропроводку, обновили пол, установили бытовую технику. Нормально, ремонтируется дом, кухня готова. Городские власти пообещали весной сделать капитальный ремонт здания, в том числе заменить протекающую крышу.